Вчера у вот этого матча был день рождения, и я не мог пропустить это мимо своего канала. Так что сегодня мы сыграем в настоящий футбол в Stand of 2. Но не просто, а на золотой скин. Им будет Фамас Фьюри, который, кстати, стоит уже 400 голды. Один гол, один золотой скин на команду победителя. И потратил я сегодня немало. Над правилами мы сильно запариваться не стали. Основная задача передачами дойти до ворот противника и забить. Ауты, угловые, штрафные, пенальти, все есть. А также на противнике можно фалить, стреляя ему в ногу, тем самым замедляя его. В общем и целом, видос прикольный, 2 тайма по 5 минут. Приятного просмотра. Готовы? Начинаем. Брат, я открыт. Что они творят? Брат. Аккуратно. Ну, ребят! Сзади. Ну, ребят! Ну, нет! Нет! Нет, это не пас! Так нельзя. Не затягиваем, начинаем. Я! Стой! Нет, не я! Нет, не я! Где? Как это сложно? Наперед! Наперед, наперед! Накидывай! А, нет! Так, давайте, ребят, центр! Давайте, начинаем! Погнали! Куда? Забирай! Давай! Дай, пас! Забери! Вот сейчас был! Давайте! Давайте! Проходи! Вперед! Нет! Да. Да куда? Ты зачем торопишься так? Подумай. Так, вот ребят! Зачем ты бьешь? Давай! Откуда? Где? Опять залетело 3-0. Наша команда, будьте уже ближе к воротам и проходите вперед. Давайте. Проходим. Нет, опять куда? Забирайте. Аккуратно, вы можете остановиться. Можете остановиться. 4-0. Сначала думайте, куда даем, а потом даем. Давай. Мне. Я рост сюда. Где он? А как? А как я его не подобрал? Я открыл. Наш. Нельзя! Пас! Сорян. У кого? Забивай! Это сложно! Я! Нет! Куда? Как? Бери просто! Давай. Не надо выкидывать! Нет! Поймали, где? А кто это? Ребята, я не могу ходить! А что, почему? Очень. Не, все нормально. Ну, ребят, заходим. Нет! Ребят, вы просто не выкидывайте, не надо просто выкидывать! Не надо просто выкидывать! Поймали! Давай! Давай мне! Нет! Выкидывай! Откидывай! Аккуратно! Сюда! Да здесь попасть! Аккуратно! Или нет? Нет! Проходите! Проходите! Вперед, пасы! Давай! Давай! Как это работает? У вас человек только что кинул, подобрал и кинул ворота, он не может так делать. Вам надо именно пасами доходить. Давай, у нас первый тайм прошел. Победили, парни, да, давайте начинаем. Аккуратно давайте. Не надо на ворота, ребят. Зачем им? Моя нет. Зачем ты им? А куда ты пошел? Майонез взял мяч и такой... Тихо, отошли. Оно просто не всегда подбирается. Так, тихо, ребят. А, где? Был? Окей, идем дальше. Ребят, куда? Вперед! Ух ты ж. Тихо, аккуратно. Сетрик. Где? Не у меня. Давай, проходим. Да куда? Хорош. Все, хорош. Вот ты не бачу! Оп, лови. Хорош. Давай. У кого? Поймали? Есть? Я поймал, когда он ворота залетал и закинул дальше. Пошлите, давайте. Просто это очень сложно симуляторы делать. Особенно с кнопкой. Ребят! Ребят! А, кто? Кто? Ну, кто? Давай. Ну как ты подобрался? Ну, кидай. Злодей. Почему они подбирают? Ну, автоподбором злодей. Вообще нет. У меня кнопка стоит в другом месте вообще. У меня нет 10 пальцев. Где? Сюда. Да ну, как ее подобрать? Что это? Вперед. Кто? Где? Кидай! Да, хотя бы один. Давай. Поехали. Нас хотя бы поняли, как это делать. Ну, кто-нибудь, сюда. Ребят. Да не было них. Не было гола. Ворота дальше. Гений. Закидывай. Давай еще. Ребят! Хорош. Где? Где? Кто? Давайте, аккуратно, ребят, идем. Уходим дальше от ворот. Кто? Оно просто не подбирать! Да иди в жопу, злодей! Поставьте его на ворота, реально. Сюда, злодей. Ты где? Нет, нельзя! Кто в воздухе поймал? Нет. Нет! Эй!
Да! Да! А у нас уже давно закончилось время, люди. Потратил я немало, в игру мы врубились только под конец. Если хотите еще одну часть, то окей, я сниму ее. Только для этого надо набрать 5000 уверенных лайков. Кнопка автоподбора максимально недоработана. Спасибо всем, еще обязательно встретимся. Удачи. Адьос. Да. Окей, там не все. Может быть ошибка, копейки. Четыре мои все. Вот это. Любой из них бери. Вот, да.